Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в Skyhill. Это выживалка в условиях зомби-апокалипсиса. Действие будет происходить в элитном отеле. Как вы уже поняли, он называется Skyhill. Игрушка в инди-стиле с пошаговой боевкой. Довольно упрощенный. Ну что ж, давайте смотреть. На сложности нормально. Тут можно выбрать перки. Собственно, игра не на один раз. Мне напоминает Darkness Dungeon. Поехали. Я приехал в этот город ненадолго. По делам. И да-да, озвучка. И раз уж я оставался здесь всего на несколько дней, я мог позволить себе капельку роскоши. Надеюсь, вам слышно. Ваши ключи, как и заказывали, наш лучший номер с отличным видом и последней версией биозащиты. Последняя версия биозащиты. Круто. Сотый левел. Сотый уровень. Сотый этаж. Знаете, перед самой страшной бурей всегда затишье. Но я даже не представлял масштабы катастрофы. Использовали в Новой Европе. Просим всех оставаться на местах, включить вашу домашнюю биологическую защиту, а в случае ее отсутствия без паники, сохраняя спокойствие, продвигаться к ближайшим убежищам. Женщин и детей. Уважаемые гости, просим вас оставаться в своих номерах. Ну так. Я бросился к телефону, начал набирать всех подряд. Полиция, 911, служба отеля. Что-то ужасное творилось там, снаружи. Когда крики стихли, остался лишь один звук. Довольное, голодное урчание и звуки разрываемой на части плоти. А потом, когда голод выгнал меня наружу, там меня ждал лишь кошмар. Но между медленной смертью от голода и смертью от лап мутантов, я предпочел второе. У меня есть надежда. Я выберусь отсюда. Будем надеяться. Это будет непросто. Однозначно, это будет непросто. Нам нужно есть. Нам нужно учитывать очки действия. Вот. У нас есть очки голода, очки здоровья и, я так понял, очки самого сна. У нас есть крафт. Есть некоторые предметы, которые можно, например, вот, ну, для крафта все. Тут есть некоторые предметы, которые можно крафтить только дома. То есть дверь второго уровня, кровать второго уровня, верстак и кухня. Тут мы можем поспать, сон забирает у нас еду, но восстанавливает здоровье. Воспользоваться лифтом я пока не могу. Тут лифт поломан. Тут облутать мы ничего не можем. Каждый ход забирает у нас палка, оружие. Это хорошо. Каждый ход забирает у нас одну единицу еды. Как вы уже поняли. Так, что есть? Кола есть. Сколько у нас восстанавливает кола? 7 голода. Замечательно. О, карта вип-гостя. Кусок дерева. Это мне повезло на самом деле. И малая аптечка. Так, у нас есть три варианта ударов, то есть самый легкий, самый, по идее, вероятный, это у нас удар по рукам, 90%, средний, это у нас удар по туловищу и сильный в голову, но, как вы видите, вероятность равна всего лишь половине. Ну тут уже можно добивать, я думаю, в корпус. Ах ты сука! Че ж ты не сдохла-то? Мразь. Нормально он у меня снял, конечно, хпшки.
кусок дерева. Что мне это дает? Так, изолента нужна для улучшения. Двери. Это для того, чтобы никто не пришел к нам во сне, соответственно. Я могу скрафтить швабру. 4-6. Только дома. Ладно, давайте зайдем еще сюда. Ебать. Сырое мясо. Птичка. Птичка в окно залетела. Так. Я думаю, пока не будем этого делать. Собственно, прибережем материалы. Сколько у тебя? 20 хп. Давай попробуем в голову. Промах. Вот, это печально. Еще раз. Опять промах. Опять же, это печально. Ну, с третьего раза, я думаю, ты попадешь. Теперь будем добивать. Ну, как добивать? Бить наверняка, потому что... У меня уже половина хп. И они меня одолевают. Суки, этакие. Давай уже, подыхай. У меня половинка хп. Поэтому давайте-ка вмажем. Как я заюзать правой кнопкой мыши. Мука утоляет голода. Сырое мясо. 20 голода. Да. Хорошо. Пустая карточка. Пусто. Ну и больше ничего облутать нельзя, к сожалению. Ага. Такая вот беда. Ну, давай попробуем. Угу. То есть получилось. Как видите, у нас был шанс отремонтировать это. Ну и мы попробовали без применения предметов. Нам нужны были шестеренки. Вот такая вот беда. Из проволоки и металлолома. Но мы обошлись без нее. И это удача. Так, еще брусок. Кусок дерева, точнее. Что за записка? Страница из газеты. Не прочитана. Успешное ядерное испытание на полигоне. Понятно, это вырезка из газеты, из новостей. Рыбка, пусто. Антибиотики. Антибиотики от чего у нас? Угу, то есть хпшку регенит. Хорошо. Испорченная кукуруза. Ага. Шанс 50%, что отравишься и потеряешь 8 здоровья. Ох, блин. Ладно. Угу. То есть тут у нас строитель. Япона мать. На, получи в ебет. А получи по рукам-то, да. Они больше сносят, чем я. И это обидно, сука. Нормально он меня выдамаживает. Ну давай. Сильный удар. Пусто. Великолепно. Еще рыбка. Ну хорошо, по крайней мере от голода мы страдать не будем. А это что еще за черт? Чувак с ножом, блять. Промах. Ого! Дополнительный ход. Да еба! Он меня съест. Он меня убьет, точнее. Промах. Ебать. Да ты чё, сука? Да, у меня все с точностью очень плохо. Да иди ты в жопу, что ж ты,
Что ж ты не подыхаешь-то? Епона мать. Не фарт, так не фарт. Ладно, давайте еще раз попробуем голову. О, прошло. Съебался. Ага, open. Сказал он. Встретимся на 88-м небесах. Close. Очевидец. Лады. Ой, стопэ. Стопэ. Куда ты пошел? Фу, слава богу, уже там никого не было. Голод. Удалим давайте-ка. Пять здоровья. Да не буду пока тратить антибиотики. О, я нашел стилет. Ага, то есть у меня вот есть еще очки прокачки. Да, это нужно. СПД. Скорость надо до 7 поднять. Давайте лучше возьмем стилет в эту руку, а палку в эту руку. Дуалом херачить. Что это дает? Шанс до обхода. И попадание, да. Будем качать скорость и меткость. Я думаю, это наш выбор. Еще надо будет в ловкость, в силу. Посмотрим, короче, буду ли я вкидываться в силу. Так, ну тут... 30 хп. Не, надо убираться в номер обратно. Давай на мой этаж. Закрафтим все-таки. Что тут можно? Швабру, да? А нет, тут проволоку не получится. Только швабру я могу создать. Хорошо, раз такие дела. Швабра и стилет. Думаю, хоть какой-то урон да будет теперь. Так, ну давайте попробуем отдохнуть. Угу. То есть можно восстановить здоровье. Блин. Давай хоть как-то так, там посмотрим уже. Ну вот. Первое, что я увидел, два черных зрачка, смотрящих на меня из темноты. Твою мать. На меня напали, да? Отравление. Замечательно. Мать вашу за ногу, за руку. И за остальные части тел. Ладно. Погнали. Вырванная из тетради страница. Так, давайте прочтем ее, почему бы и нет. То есть, вы прочтете. Хватает еды. Ну, это понятно. Это наставление от других выживальщиков. О, кола. Кола это хорошо. Кола это полезно. Так. Какой-то пропуск. Пойдем дальше. Блин, вот это плохо, кстати. Изолента. Ну, давай попробуем. Прокнуло. Замечательно. Только еда ушла. Давайте попробуем. Повезет, не повезет. На что? На апельсин? Давайте на апельсин. Не повезло. Ладно. Металлолом пусто. Я не думаю, что мы выживем прям тут. О, малая аптечка. Матерь божья, вот это повезло.
Когда у нас закончится, собственно, еда. Опять эта сука. А, ты мразь. Умри нахуй. Так, кровь мутанта, обезболивающее. Ну, пока придержим обезболивающее. Эту херню нельзя залутать. Пусто. Ясно. Понятно. Так, 3,9. Против корпус, сука. Очевидец. Покончив, он вступил на 83-й. Врата в рай. Дал самое дорогое, что у него оставалось. Это... Что-то... Когда это случилось? Знаете, очень тяжело терять любимых. Может, мне повезло? Повезло не увидеть, во что могли бы превратиться те, кого я люблю. Они умерли мгновенно. Взрывная волна обрушила рекламную вывеску. Мы, как завороженные, смотрели, как она медленно, словно время превратилось в тягучий кисель, покачивается на сорванных петлях перед тем, как сорваться на нас. Она упала в шаге от меня. И только я остался в живых. О как. Сильно. Сильно. Хавай. О, прокнуло. Аллилуйя. Так, ну давай тогда лечиться. Сразу же. То хз, что там нас ждет. Ага, значит вот так вот, на крысу, да? Вот сука. Вот мразь. Ну ладно, пойдем вниз. Так, лифт тут работает, это замечательно. Доски пусто. Мука. Ох ты. Ножик, 2,5. Сколько мой стилет... сколько стилет дает? 3,7. 4,6. Нет. Как видите, у меня за каждый ход отбавляется здоровье. Потому что, ну... Блять, я отравлен. И что мне с этим делать? Давайте убьем антибиотик. Убьем немножко еды. Как-то так, давайте двигаться. Это еще что за тварь? Пром. Заебись. Он меня, походу, и прикончит. И смылся. Ага, понятно. Недалеко ты смылся. Да что ж ты будешь делать-то, сволочь? Мразь. Так, ладно. Обезболивающее. Давай сюда. Живем. Кусок сыра. Давай. Живем, блин. Так, эта мразь. На тебе, ебало. На тебе в корпус. Еще один такой удар, и тебе борода. Дай попробуй. Да! Что-то мне везет. Это хорошо. Так, похавай. Ням. Меньше половины хп. А это какой-то новый. Это не тот, что я его пинал. Антибиотики. Блин, как же вылечить это сраное отравление? У меня такого еще не было. А че он фуловый-то? Или это новый? Что за... У меня 30 хп. И лечиться мне... нечем. Еды у меня мало. И все они фуловые. Вы посмотрите на это дерьмо. Клей. Кофе. О, кофе. Ну это голод. Ну, надо попробовать вернуться и похилиться. Хотя бы немножко. Так, давай на VIP, на наш этаж.
плюс 30, минус 20. Ну хорошо, хоть никто не напал. Чё тут у меня есть-то? Пропуск, клей, бруски. Другое. Да, по крафту у меня... Так, можно проволоку сделать. Для изоленты нужны тряпки. Ага, вот так вот даже. Нихера себе, тут еще какие-то приблуды, типа вскрывание замков есть. Ладно, пошли вниз. Очень хочу есть. Блять, чувак. Хочешь есть? Дерись! Да ты чё издеваешься, мразь? Умри нахуй! Вода. Голод мне не поможет уже. Судя по всему, я уже приехал. Ладно. Это что за нахер? Не, туда я не пойду. И ты тут недобитый, да? А, их там двое! Их там двое! Я думаю, что за хуйня? Давай уже, отключайся, кровь мутанта. Ага, level up. Но это мне не поможет никоим образом. Ну, да ладно. Меткость. Ловкость. И... Давайте в ловкость вкинем, да? Почему бы и нет? Последняя газетка. Ну, я думаю, последняя, потому что файтиться вот с этим чуваком я что-то не хочу. У него там 60 хп, плюс у него какое-то оружие. А у меня 14 и 6 еды. Я лучше спущусь на этаж пониже. А вот тут мне, собственно, и борода, походу, да? Так, ну давай. О, все. Приплыли. Умер. Хорошо. Новые навыки даже. Вот так вот. Вы умерли. В главное меню новая игра. Нормально. Что за навыки? Атакуйте первым, не оставляя противнику шансов собраться. Однако... Не задумывайтесь, что любая битва... Ага. То есть сбежать нельзя. Понятно. На своем весе в конечном итоге тратите в два раза меньше еды на исследование. О, это хорошо. Ого, можно получить урон сразу же. Не-не-не. Активизирует ваши резервы организма. Ага, вот так вот. Это полезная херня. Ха, блин. Давайте вот это вот. А, сюда пока ничего ставить не буду. Можно ж только один выбрать, да? Давайте, все равно 24 минуты. Сейчас посмотрим, как о великий рандом скажет нам в этот раз. Чем он поможет нам, точнее. Так. Ничего. Палка. Ну, хорошо. Пока все то же.
Ага, сильный удар сразу же по мне пустил, а? Давай попробуем в голову. Промах. Великолепно. Вот. Сколько у него там? 1.2. Должен умереть. Так, пусто. Брусок, пусто. Карта, сахар, антибиотики. Замечательно. Значит, спать мы на этот раз не будем. Не будем просирать, собственно, то, что у нас имеется. 5 здоровья и голод. Давай, хавай. Так. Помню взрыв. Знаю, скребу когтями. Шум. Ясно. Люди сходили с ума. Прекрасно. Атмосферненько, кстати. Очень и очень атмосферненько. Ты чё, сука? Я же ещё даже не приготовился. Капец ты, мразь. Блин. С точностью вообще беда. Такая беда. Да ты посмотри. Да попади ты, блядь. Понятно. Ну, теперь даже тут попадать не хочет. Ну! Да, блядь. Ебучий рандом. Там не 50%, там борода полная. Я все еще тебя люблю. Жду тебя на нашем месте. Помнишь? 88 этаж. Ну я доходил до 88. Блять! Кусок мяса. Это птичка. Это просто. Ох, что-то я испугался даже. Немножко. Давай посмотрим, как. Как у нас на этот раз. Ну, тоже вроде везет. Пусто. Так, ну я... Ну, то есть, не обязательно с ним драться прям. Ну ладно. Давай попробуй, ну. Да. Все, надо добивать. Какого хуя? Ты объясни мне. Да. Я же на него нажимал. Ублюдочный. Класс. Ну, хоть новый уровень. Хоть ничего не получил, но новый уровень. Так. Что там? СПД, да? Как-то так. Оружия нет, нихера нет. 30 хп. Еще один уебок. Ну, с этим мне хотя бы повезло. Швабра. Давайте возьмем швабру в основную руку, а палку в дополнительную. А можно две швабры, как это? Как самурай. Так, там есть рыбка, значит есть что похавать. Пром! Ох, япона мать. Да, походу на этом не закончится. Тут кончилась твоя удача, сейчас кончится и жизнь. Да уж. Давай, последний ударник. Вау! Повезло. Но я не выживу, конечно.
хоть я знаю. Давайте сейчас вернемся, попробуем поспать. Так, хорошо, что я пропуск нашел. Давай на 42 хп. Хорошо, ничего не случилось. Замечательно. Так, 92 этаж. Блять, а как? А можно мне на последний, на котором я был? 95-й там, например. А как я на 92-й-то отправился? Как я его перепрыгнул? Ага, нет, мелочь. Понятно, зачем те монетки были мне нужны. Алкоголь. Голод утоляет. Ну, я бы не сказал. Ну ладно. Пусто. А, у меня нет этого. Это торгаш, типа. Ладно. Будем знать, что на 93-м есть торговец. Консерва. 25. Офигительно. Заперто, нужен ключ. Ясно. Пойдем дальше. Пуст. Клей. Так, пробуем чинить. Сработало. Промах. Прокачался, называется, блять. Давай еще раз. Сколько у тебя? 5,3. Не буду. Так, о, голод утоляет, тоже неплохо. Пойдем дальше. Пусто. Кола и пропуск. Ну, кола это завсегда. Я не знаю, там именно писала ключ, а не пропуск. Поэтому не будем терять времени проверять это все. Так, следующий этаж как раз таки 88-й там. В телефоне была смс-ка по этому поводу. Ага, опять же нужен ключ. Видите, не работает. О, 88-й, это ты, любимая? Это ты мне письмецо-то отправляла? Сука! Сейчас он меня и заебашит. На-ка тебе въеблет. Да блин. Печально. Вот обход, хорошо. Да блин. И съебался. Я при смерти, и он съебался. В принципе, еда есть. Можно попробовать отоспаться. Немножко. 19-то маловато, но ладно. О! Шикарно. Ну ладно, хоть что-то. Так. Куда там? 87-й, да? Блин, а че ж ты сюда-то спустился, сволочь? Пром. Замечательно. Ой-ой-ой. Задобейся ты, ну шо ж ты... Шо ж ты рвань-то такая, а? Пф, капец. Давайте попробуем подняться. Ой, зря я это сделал. Опять любимая. 83-й. Так, антибиотики. Хорошо, но они мне не сильно сейчас помогут. Меткость. Ловкость. Давайте как-то так. Еды у меня немного, к сожалению. Не хочу я с тобой драться. Пошел ты в жопу. Обезболивающее. 15 здоровья, хорошо. Я думаю, не будем вступать в бессмысленные драки. А вот и еда.
я могу закрафтить уже этот скотч, по-моему, да? Да, могу скотч сделать. Ну, изоленту. А нафиг она мне нужна? Осталось только лезвие. Ну, тут на тесак. Труба, стилет. Молоток. Маловато, конечно, пока по оружию, но я думаю, там будет дальше открываться. С этим мудаком все равно надо драться, поэтому... Промах. Сильный удар, да ты чё? Дебил, что ли? Да чё ты не умер-то, сука? Генератор, да, давай попробуем. Вот чёрт. Давай еще раз. Повезло. Так, ни еды, ни хила. Эта мразь еще съебалась. Короче, все плохо. О, не-не-не-не-не-не. Ты там, блядь, сидел, вот ты там и сиди. Черт. С этим надо драться. Да великолепно, блядь. Что ж ты не дохнешь? Ты? $2.66, там $2.9. Не прокнет, поэтому вот бить этим. Пусто. Заперто. Что это? Труба. 1.8. Давай-ка вот в эту руку возьмем. Кофе. Кофе — это наш голод. Ну, блин, мне на один плевок осталось. Я не выживу, скорее всего. Даже нечем зарегениться. Даже если я посплю сейчас, то это мне немного восстановит. Давайте попробуем, чё. Ну вот, 14 хп и еды почти нету. Я трубу проебал. Шикарно. Пойдем. Восемьдесят первый этаж. Давай-ка выше. О. Братишка. На, получи. Это мне сейчас очень повезло. Да, прям huge success. ХПшки, благо, до хера. Нет. Ты идешь в жопу. Но он меня сейчас знатно подкоцает, я чувствую. Так, хлам. Заперто. Это что за нахуй? Я пошел отсюда. Давай-ка вниз. Ты отомстишь? За что? Я ведь тебя не бил. Но он меня подкоцает сейчас. Однозначно. И съебался. Даже взять нечего отсюда. Обидно. Ладно, пойдем. На этот раз мы немножко дальше продвинулись. То есть 81 этаж. Это уже получше будет. Но, блин, что-то перестало вести. Видите, уже ХП слетает, потому что пожрать нечего. Придется драться. Я так понял, это будет последний бой. Потому что еды нету. А ХПшку он мне снимет порядком. Избежал. Это же надо, блин. Минус 8. Минус 9. И пожрать нечего.
Ага, вот еще какое-то личное письмо. Все кончено. Эбола, блядь. Эбола. Ебать. Вас в сраку, придурки. Со своей Эболой. Да у меня 0,7, куда мне? А, я умер даже от того, что у меня это. Ну, замечательно. То есть перков новых не открылось, но, как вы поняли, нормально. До 80 этажа спустились, и там все закончилось. Вот такая вот, собственно, игрушка. Однообразная, на выживание, в таком легком инди-стиле, вечерком. С прикольной музыкой можно спокойно посидеть, поиграть, особенно для любителей выживания вот в таком стиле, где есть и атмосферка прикольная, и такой вроде бы нуар даже небольшой. Вот. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. Сегодня мы посмотрели с вами Sky Hill. До новых видео. Всем пока.